Виталий Коваль больше не выступит на чемпионате мира в Минске. Голкипер сборной Беларуси накануне получил травму колена при столкновении с Евгением Малкиным. Срок восстановления составит 2 недели. Кроме этого, под вопросом участия лидера нашей сборной Михаила Грабовского в четвертьфинале против Швеции. Напомним, форвард пропустил заключительный матч национальной команды на групповом этапе против сборной России из-за травмы, которую получил в игре с Латвией.